Друзья, всем здравствуйте. Освободился вот такой красавец. Якутский нож БХЧ. Почему освободился? Потому что делался под заказ, под левую руку. Мне, конечно, несподручно левой показывать. Буду показывать с правой. Сколько раз я зарекался делать без предоплат ножи под левую руку. Но, как говорится, никогда такого не было. И вот опять. Заказчик на связь не выходит. Ну, как говорится, и ладно с ним. По самому ножу. Клинок, ручная ковка, Х12МФ, гравировка, спуск, выпуклая линза, сведен 0.1. Рукоятка орех, Больстер G10. Рукоять пропитана маслом Даниш. Размеры ножа: общая длина 238, клинок 108, ширина 23, четверка в обухе. Очень легенький, удобный, маневренный. Обращу внимание, повторюсь, нож под левую руку. То есть, кому интересно, пожалуйста, он в наличии. Ножны кожа, естественно, на левую сторону. Два подвеса. И еще один дополнительный свободный подвес. Ну и, соответственно, вот так он будет в ножнах.